Так, я, может быть, иголочками уже не буду портить, ладно? Я вот так положу, чтобы уже... Сейчас. Три, четыре. Ну, это ваш цвет, конечно же. Посмотрите, какая прелесть. Вы представляете? В 19 век тайный разговор на языке цветов. Знаете, вот так, да, подарите вот такое чудо. То есть вот эта вся изысканность и розовая, только ее обязательно нужно об этом говорить, чтобы люди приезжали, чтобы они знали, что есть такое чудо. Вот здесь тоже, да, вот это все просмотрели, это же невероятно. Музыкальная коробка идет. Чудесно. Чудесно. И подарок кому-то, конечно. Да-да-да. Мужу. Тоже шелковые, да? Здесь и шерсть, или шелк. Здесь они разные. Это здесь светодиодики стоят, они работают именно от света. Ну, я не буду вам разворачивать, хорошо? Боже упаси! Вот, коробочку закрыли. Коробочку закрыли. Ах! Она замолчала. Коробочку открыли. Еще раз. Для мужчин подарок. Я просто снимаю. Да, пожалуйста. А еще будут какие-то разные, да? Насчет кашны не уверен. Будет различная скоро у нас вышивка. Смотрите, какой подарок для мужчин. Коробочку открыли. Пластроны, то есть... Это не еще у нас где-то 2-3 еще осталось набора таких. Слушайте, потрясающее кашне, посмотрите, такая текстура, потрясающее шоу. Дарите мужчинам подарки, они этого заслужили. Благодарю вас. Я сегодня не уеду из Коломны, так чувствую. Если ночевать, мы останемся. Да, да, да.